мужчина! Помоги прицепиться! Я сдамся! А ты дышло приподними! Суй палец! Понял. Дальнего зарубежья. Дилер. Немец. Дилер – это фамилия. Или диагноз. Вот. Это есть украинский фермер Иван. Да. Я ему сейчас продаваю свой новый трактор. Вы готовы? А? Мы теперь готов. О! Давайте ж у ваш трактор залезем. Видите? Ага. Oh, так, God. А что смотришь на меня? Oh. Пошел отсюда! Oh, Люда, God. Тебя прибью! О, мой Бог! О, мой Бог! Good? Ох, все ж, и ваши, ёлип-пать. Это я потом покажу. А? Смотри, как я буду показать, пока. Видите, ёлип, руль как по маслу идет. Ёлки-палки, педальки вообще не слышно. Вот это машина. А этот что? А это есть кондиционер. Кого есть? На, ну, не понимаешь, приятный воздух. Good. А. Температура воздуха за бортом плюс 25, в кабине плюс 17. А кто это со мной только что разговаривает? Это просто мой компьютер. Видите, у нас есть телекамер. Вид спереди, вид сзади. Видите? Сколько лампочек! И усе мигают! Йока, якщо ж вони усі поперегоряють. Боже, дай, ну, хоча б хоч що-небудь знакоме увидіть, Боже. Димо, о, а де у вас тут бардачок, а? Вас? Та не вас, а бардачок. Не понимаєте? От тупа Германія, ну. Бардачок. О, бар! Да, ласкательно, бар, дачок! Дачок! Бар, эта кнопка есть бар, видите? Хью! Прохладительный напиток. Угощайся! Да ну я одна! О, Павло! Это наш соседский фермер идет. Павло! Приходь до мене, я тебе баром угощу. Да не даром, а баром халявщик, понравилось. Що-що? Шморгалка? Будь спок, тут все єсть. Біде? Я якраз у вас хотів спросити. А? А какая ж тут шморгалка? А? А? Вас? Да що ви ко мне? Не мене, не мене. А шморгалка? Ну чим заводить? Ну дир-дир. Дир-дир, это кнопка, нажимай, сбитый. Ага. Good? Шо good? А де ж дир-дир? Пардон, теперь вы бите, брат, эту ручка на себя. Good? Шо good? Боже, испортился. Ха! Почему это на наш сарайчик побежал? Заворачивай, заворачивай. Не волнуйся, ты там не есть двигаться. Ух ты же, Маша, да ну тебе на... Гуд? Что вы говорите? Такой гуд, что всем гудам на голову. Сейчас есть контракт. Контракт. Вы подписать здесь, я подписать здесь, и у нас окей, подпишем, а? Подпишем безрезультатно, вы не волнуйтесь. А? Но, ты же чти, дорогой немецкий немец, что наш человек,
привык видеть столько лампочек только на Новый год. И то через одну. А вот шморгалку каждый день. Гей, Данилев, я извиняюсь. Что? Что есть шморгалка? Шморгалка? Yeah. Ну как вам объяснить? Ну это как... Ну, вопросы не гадал. Ну, как... Ну, помирозочка такая. Yeah. Наматываешь на магнит и какие... Как? О! Он мой трактор, я тебе показать. Пойдем, пойдем. Данки! Это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью Беларусь. О! Шморгалка. Тот самый шморгалка? Сделано in USSR. Заводим так, техника на грани фантастики. Иди сюда. Смотри, магнита. И шламоты какие, смотри. Вовик, сколько раз тебе говорил хряпалку приварить? 25 килограмм человеку на пальчик. То мама со своими поросятами туди с хряпалкой сильно забомбенила. Ничего, ничего. Ничего. Продолжаем обучаться. Я. Смотрите, я здесь смотрите, посмотрю. Не бойтесь, смотрите. Опа, магнита. Сразу видно, що машина робота! Залазь у середину! Най-най, Данке! Не бойсь, вона не заразна! Залазь! Сразу видно, що ми їдем, а не саранчик! Летят перелетные птицы! Ну как нравится? Нам не нравится! Мне есть плохо! Эх, комрад! А кому сейчас хорошо? Останавливаем! Не останавливается! Но это, как вы говорите, немцы, нам пахет де коху! У нас все продумано! Доезжаем! До того бетонного столба! Нань! Упираемся бампером! Нань! И стоим! Нань!